Юрий, еще раз здравствуйте. Ну, раз можно так сказать, на таком откровении, то продемонстрирую вам онлайн мое объяснение. Вот я сейчас нахожусь в городе Краматорске. Вот само слово Краматорск, оно уже достаточно мистическое слово, потому что корни этого слова сочетают ряд понятий. Ира, Ирама, Итор. Далее, я нахожусь на, то есть мой дом стоит, улица Парковая, это самая высокая точка города Краматорска, тут у нас такой холм, как место силы определенное. И вот я сейчас покажу из окошка, какой у меня вид открывается, и прокомментирую. Я нахожусь на седьмом этаже, квартира 133, опять семерка, то есть седьмой этаж, семерка. Мой дом девятиэтажный, но из своего дома я вижу вот этот дом, пятиэтажечка. Это восток, восточный сектор. И там дальше напрямую это южный сектор, тоже пятиэтажечка. Вот западный сектор, девятиэтажка. Это западный сектор. И мой дом тоже будет девятиэтажный. А в центре этого квадрата стоит вот этот кубик. Это здание СБУ. То есть тут у нас живут СБУшники, которые, ну это квартиры их. Хотя раньше это была зона, то есть тут раньше сидели зэки, ну или как они назывались, на вольном поселении, которые люди. То есть трансформация, вот видите, энергии произошла, то есть от негативного как бы здания, где все этого здания раньше боялись, тут детей не выпускали на улицу, потому что тут зэки жили. А теперь тут живут высшая каста, элита службы безопасности Украины. Так вот, по моей теории, по моим знаниям, сектора энергии пирамиды как раз так и работают. Вот восточный сектор пирамиды, вот эта пятиэтажечка, раз. Южный сектор пирамиды, опять пятиэтажечка, два. И вот здесь уже девятиэтажка западная и моя девятиэтажка северная. Получается, восток, юг у нас энергия пирамиды активная, то есть там, где человек может пребывать короткое время нахождения, то есть буквально там, если работать с внешними гранями пирамиды, 1-2 минуты на востоке, потому что солнце встает, мощные потоки энергии яньской. Поэтому от пирамиды идет очень жесткое такое воздействие, активное. Потом человек переходит на южный сектор, там тоже находится 2-3 минуты. И потом уже уходит на западные сектора, где энергия спокойная, плавная, потому что это энергия заходящего солнца. И тут энергии уже более мягкие, более спокойные. Пирамида отражает более целебные такие виды спокойной энергии, качественно спокойная энергия. И вот получается, я живу как раз в такой пирамиде. То есть по сути, вот здесь ровно квадрат. Я как-то даже обмерял шагами. Получается, ровно я живу в квадрате вот этих квартала этого, этих многоэтажек, пятиэтажек и девятиэтажек. И посредине этот кубик, вот такая как бы, ну, мистика получается своеобразная. То есть это куб, вот это здание, это кубик. По высоте своих этажей, по своей ширине, это получается ровно куб. Почему-то так получилось. При этом я еще живу на седьмом этаже, в квартире 133. Вот занимаюсь изучением пирамид и их формированием. Уже сделано, ну не знаю, уже, наверное, несколько десятков тысяч пирамид, проданы по всему миру, во всех странах есть, я думаю. Ну там понятно, что не партиями, но там, где-то там штучка есть, а где-то десятки пирамид, а где-то сотни. Когда-то продавал их большими количествами. То есть мои вот эти маячки света, они разошлись уже по всему миру, и люди, работая с этими пирамидами, тоже воспринимают от меня мою биоэнергию, то есть она через пирамиду транслируется, передается этим людям. И я надеюсь, что мои какие-то знания о жизни, о позитивных настроях, на здоровый образ жизни, на какие-то духовные познания, духовное развитие, оно вот за счет пирамид моих, оно также транслируется в этом пространстве. И я мои пирамидки называю «Мои воины света». Так что вот такая вам еще картинка для наблюдения за тем пространством, где я нахожусь здесь и сейчас. Доброго вам дня!